Всем привет. Всем привет. Мы приехали собирать яблоки. Ну, на другую ферму. На этом месте мы впервые. Здесь 25, там сумка стоит долларов яблоки собирать, 38. Но мы здесь первый раз и будем смотреть. Мы не знаем ничего. Видим только, что, гляньте, как много машин сзади нас, видите? Очень много людей с детьми приехали. Так что, видимо, место очень полезное, интересное. Видим Apple Picking Check-in. Идем вон туда. Первый раз, первый класс. Будем изучать. Наши друзья в пути. Через 3 минутки появятся. А мы пока пойдем узнаем, где тут что. Видите, сколько машин. Парковка заполняется, заполняется. Сегодня будет градуса 24. Так что отличная погода уходящей осени. Кстати, здесь на этой ферме оплата только наличными. Так что никаких банковских карт, никаких столовых тут нет, было написано на сайте. Только сбор яблок. И все. А вот и расценки. 25 долларов. Вот такой. Ну, я вам скажу честно, в Костко можно купить за 25 долларов гораздо больше. И 38 такой. Ну, наверное, возьмем за 38. Up to 5. А, up to 3 people. Ага, до 3 людей. Настя, у нас до 3 людей тот пакет, который за 25. Что думаю? Да. Давай за 25, потом вернемся, еще докупим. Здесь, видите, cash only. Мы заплатили 38 долларов за такую сумочку. Женщина показала, что мы здесь. Нужно идти вон туда, вот сюда. Вот, мы здесь. Да, идти вперед. Пробуйте, кушайте все, здесь, что сможете. И говорит, идите сначала вдаль, а возвращайтесь. Как раз вы будете набирать, ну, наверное, ягоды, да. Тут фирма ягодная есть. Ну, сейчас именно сбор яблок. И говорит, на обратном пути будете как бы набирать, и вам будет легче. Говорит, пакет, говорит, не выйдет, ну, как бы, держите снизу. Видите, тут карта еще дополнительно есть. И говорит, у вас акцент, вы типа поляки? Говорит, нет, мы россияне, ну, русские. И она такая, о, а то только что семья прошла, а мы тут встречаемся еще с двумя семьями русскоязычными. Но там прошла семья с мальчиком, а мы ждем, короче, тут еще должны быть с девочкой, да. И те, которые с мальчиком, они еще позже нас чуть подойдут. Так что вот так вот. Будем смотреть, видите, тут склон. Вот такая территория. Первое, что интересное, пруд с кувшинками. Кто-то, да, только кувшинки же не цветут. А уже не цветут, яблоки здесь. Тут ничего красивого. Пошли. Ничего красивого. Здесь покажу такой маленький обзор изначально. Сады молодые. Еще здесь прудок. Может, они отсюда воду берут, не знаю. Вот людей катают на всяких. А вон оттуда, от того домика мы пришли. Ну что, будем искать вкусные яблоки. Женщина такая, я говорю, подскажите, где сладкие, где какие там. Она говорит, ну, каждого уровня сладости свой. Поэтому идите туда, пробуйте все. А потом собирайте. Видите, охота началась. София полезла, сейчас я ближе подойду, я еще не успею до них добежать. Она вот здесь уже, во, лезет с помощью лестницы. Лестница такая интересная, с треугольничком. Первый урожай, умница, солнышко, умница. Ты лучше залезь на одну ступеньку выше, ты будешь устойчивее стоять. Давайте по очереди. Ты там когда крышу строил? Я крышу строил. Помнишь, я тоже залезала? Помню, да. Мы построили в России, у нас есть дом. Он без отделки, но ждет нас, пока мы заработаем денег здесь. Подержи карту. Я подержу карту. Видите, какое яблочко. Отличное. Люди, видите, также лазят. Собирают. И какое, видите, небо. Ни единого облачка. Классная погода. Столько детей, людей. Мы все идем и идем. И тут дикая природа. Хочу показать вам по центру Бурундука. А, убежал. Убежал. Приходится идти тут через такой лес. Видите? Сосны. Сосны. И вон туда дорога. Отлично гуляем. У нас, знаете, одни выходные Нью-Хэмпшир, эти выходные здесь, в Массачусетсе. Да, кто нас не знает... Ой. Кто нас не знает? Моя жена Анастасия.
Меня зовут Олег. И там моя дочь София. У нас еще есть сын Илья, но он уже учится в университете. Поэтому он теперь там сам зависает, а мы здесь сами. Мы собрали совсем чуть-чуть, видите. Так, это... Да, здесь вот такой... О, вот наши друзья. Здесь, видите, молодые. Яблоки насыпаны внизу больше, чем на деревьях. Мы тут накушались уже. Будем смотреть дальше. Мы возле ряда с Макинтош яблоками. Видите, усыпанные все. А это вот розовая леди. Но они кислые. Это у нас София любит кислые. Сумочки мы потихоньку еще только накладываем по чуть-чуть, потому что потом это все таскать мне придется. А идти далековато. Сейчас я им помогу. Мы все ходим и ходим. Забираемся на холм. Вот наши там остановились. Мы еще встретили семью. Вон они на меня показывают. Сейчас придут ко мне. Отличный вид. Но это еще не самая верхняя точка. Видите, там еще выше есть. Погода прям теплая-теплая. Пока лес вспотел. Вот наши движутся, дети там чуть-чуть отстают. Гляньте, какой урожай. Все в яблоках. У нас уже вот полный пакет. Уже таких набрали, нам такие понравились. И может сейчас мелких наберем. Гляньте, как... Какой урожай, а? Все, прям усыпано. Ставьте лайки, если нравится видео. Напишите в комментариях, запаслись ли вы яблоками, собрали ли свой урожай, если у вас есть где собирать. А мы будем продолжать. Вон София прям с листиком фотки делает. Умница. Мы гуляем дальше. Дошли до парковки другой. Здесь наши друзья машину припарковали. Они оставят свои яблоки. А это очередь желающих покататься на сене. Есть такая опция, $2, кажется, человека. Покататься на сене. Тюки с сеном в таких тележках. Тракторок он, видите, без кабинки. Сейчас ближе подойду, тянет. И народ тут массово стоит. Тут немерено народу в очереди, но люди хотят. Видите, вот такой тракторок. Прудик. Здесь все, кстати, деревья подвязаны. Такие натянутые проволока, некоторые местами трубы вбиты, стволы где-то, провод натянут. Да, и деревья еще есть, такие трубы опрыскиваются водой или химикатами, не знаю, есть такие. Но видите, каждое дерево с трубой металлической, то есть сад такой реально ухаживаемый. А вот зона, где можно посидеть, покушать. На сайте было написано, что у них нет там еды своей, продается, но... Есть столики, где вы можете покушать свое. Мы идем дальше. Тут здесь поле черники. Видите, какая погода. Небо такое яркое. Деревья уже без листьев. Осень уже золотая проходит. Голубики нет. Мы, короче, сейчас... Я не знаю, куда пойдем. Короче, пойду я до нашей парковки. Я туда погуляю. Да. Отлично. Я сегодня на радость погоде. Ладно, Настя, пошел, тогда Софину рюкзак отнесу и сумку. А что тогда, куда мне? Не пойму. Хорошо. Хорошо. Я отнес яблоки в машину. И здесь есть вот такая зона, где можно что-то купить. Народу, конечно, очень много. Ну ничего, дети хотят есть. Яблок еле-еле. Яблок наелись. Хочется что-то другого. Видите, здесь тракторок. Вилочный погрузчик какой-то старый-старый. Я не знаю, там 50-х годов. Людей очень много. Погода отличная. Вот есть маленький лабиринт даже здесь. Но мы пойдем, видите, там люди ходят. Мы пойдем. Сейчас, а вон мои. Вон мои. Мы покушали. Вот здесь, прям под яблоней. Коврик постелили, уже убираем. И идем в
лабиринты. Но не в этот лабиринт маленький, а мы идем побольше там, поинтереснее, думаю. Немного животноводческой линии. Видите, хрюшки. Люди смотрят здесь разных животных. Тут немного, но все равно. Видите, столики. Так, а это что? Даже не знаю, что-то они кормят, чего. Мы уже убежали, пока я тут за водой в машину ходил. Кто там? Ага, козы. Козы. И вот еще. Какие-то ламы, наверное, не знаю. Кто это тут? Видите? Ага. Интересные такие. Мы пришли к зеленому лабиринту. Видите, какой большой. Все аккуратненько, ровненько выстрижено по верхней части. Интересно, прям такое гладкое поле сверху. И вот люди тут ищут приключений. Итак, $12 на взрослого, $8 на ребенка. Мы заплатили, нам поставили такой вот штампик. Все, мы идем. Лабиринт сделан из туи. Кто смотрел Гарри Поттера, Кубок огня, это как раз заключение. Да. Нам предлагают держаться все время влево, влево, влево. Ну, некоторые начинают убегать. Настя все так же еще хромает, пока еще не выздоровела. О, есть здесь возможность подняться и взглянуть. Да. А куда надо выйти? На выход, наверное. А где выход? Рядом, вот, вон, вот это выход. Да. Так. Ага, вот выход. Итак, у меня есть видеосъемка. Тын-тын-тын. С помощью видеосъемки мы не заблудимся. Здесь. Ну что? Так, идем, идем, идем. Часть наших уже потерялась. Пропала мама с ребенком. Решили срезать, срезали еще раз. И все. И все, непонятно где. Есть такой стемплер, он делает штампики. Вот хоп. И буковку сделал. Мы один пропустили. Что это такое? В случае чего у нас ребята потерялись, но у нас есть карта, и только у нас. А у них нет, да? У них есть. Есть карта? Нет. Все. Они где-то там. Ну где вот они могут быть? Мы решили сильно не блудить. Есть вот карта. Следуем вот этой красной линии. И пробуем. Пробуем найти доход. Домой. Выход. Наши потеряшки нашлись. Мы нашли выход, мы уже близко, но мы решили еще все-таки походить, потому что здесь интересно. Видите, моя доченька за мной. Глянь, София, какой золотой вид сверху. Какой узкий туннель. Идешь, идешь, идешь. Отлично. Выход, дети, выход! Мчите на выход! Мы уже замучились ходить и решили выйти. Сделали штампики всякие. Видите, здесь кружочки, не знаю. Тут зашито слово apples, яблоки. Мы тут не все знали. Смотрите, Софию поглотил лес, видны ноги, одни коленки. Солнышко, спасаем тебя. Все, победители лабиринта выходят из лабиринта. Все, мы в том же месте, откуда и пришли. Погода еще отличная. Красота. Женя, еще раз. Наша группа в полосатых купальниках рекожала показать класс. Русские сжигают на ферме яблоко. Да. Я снимаю, это просто, как сказать, должно знать самой пикантной частью моего видеообзора.
У тебя палец здесь от... Раз, два, три. Три. Оп. Женя, отстаешь. Женя. Давай. Оп. Молодчины. Алиса пролазит под каждой. О! Женя, да ты молодца! Молодец! Вау! А мне показать нечего, я могу только телефон держать. Падаешь и бьешься с затылком об землю и отдыхаешь. Мы закончили с лабиринтом, пришли к козам. Тут вот спокойно можно крутнуть комбикорма. Покажу. И дать. А вон есть специальная лебедка. В стаканчик насыпают и вон там высыпают, чтобы заставить коз идти наверх. Настя, видишь, это специально вот так насыпают. Вон, диск от колеса крутят, наверху высыпают, они потом идут. Вот еще корефанчик. Гляньте, это мельче. Людей все еще много. Много детей. Здорово. О, Настя, и ты покормила. И Саша. Фото крупным планом. Козел? Понятно. Коза, козел. Написано, пожалуйста, не кормите животных с руки. И 25 центов стоит покормить, да, вот этот. Крутнуть, чтобы комбикорм насыпался. Не кормите мини-лошадей. Настя, написано, не кормите животных с руки, все кормят. Так, идем дальше, мы, может, купим что-нибудь там. Ну это ж коза. Да, там же написано мини-лошадей, это козы, значит, вывеска неверна. О, гляньте, сколько тыкв продают. Сейчас покажу поближе. Видите, прям целое поле. И малюсенькие вон дальше. Оп. Мы купили пончиков. Пробуй, София, как на вкус? $6, 6 штук. Они еще горячие. Как, София? Есть можно? Отлично. Все, мы уже разбегаемся, сейчас едем домой. Народа все еще много здесь. Отлично. Ну, буду прощаться. Всем пока. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Маша и София. Пока-пока. Пока. И у меня любимая женщина. Пока-пока.